Сверху пошел, вот, сверху. Контроль сверху. Научись сверху контролировать постоянно. Ногу заправь, что ты тормозишь? Бэкмаунт считается, если ногу заправил. Заправляй, заправляй ножки. Учись, учись, крутись на нем, крутись, крутись, за спину заходи. Заправляй нормально ногу, заправляй. Вот, растягивай, еще пошел корпусом, спиной пошел работать. Спину включай. Ноги разведены. Твоя задача сверху всю борьбу провести, весь парень. Давай. Проходи ноги быстрее, не сиди в ногах. Проходи, проходи, еще двигайся, проходи ноги. Проходи ноги, не вались вперед. Че, зачем валишься? Проходи, пошел, темп поднимай. Вот, вот, сверху контроль. Заправить ноги, видишь, не можешь. О, хорош, хорош, правильно. Ноги проходи, проходи ноги, не спи теперь, а то сейчас это, зацепит. Вот, и сиди, работай с ним так, проходи ноги. А, он зацепил ногу. Вставай, просто встал. Встал, вышел, вошел сразу. Раскачивай, качели сразу делай. Сделай петлю, видишь, а я бы петлю бы сделал. Вот сразу, помнишь, как мы делали? Он же тебе отдал шею фактически, если бы ты успел бы, забрал бы. Ноги береги, ноги береги, ноги береги, вытаскивай, встал, встал, вставай, ноги не отдавай, вставай, двигайся, пошел двигаться, кидывай ручки, выдергивай ногу, вот, развернись на нем. Вован, заканчивай с этим, выходи наверх, и все, твоя задача сейчас уйти наверх. Заканчивай. Видишь, ошибку допустил и все. Ну, он тебе ногу завязал, а потом еще и на руку вышел. Все завязано было. Да. Ну, за ошибку поплатился сразу.